Сотрудники полиции не устают благодарить тех, кто в режиме повышенной готовности остается дома. И сетуют на то, что у них самих нет такой возможности. После усиления мер контроля за распространением инфекции инспекторы по 12 часов проводят на ногах под палящим солнцем на въездах в Челябинск, проверяя документы у водителей. Среди последних могут быть те, кого Роспотребнадзор обязал соблюдать двухнедельный карантин и кто может представлять угрозу для окружающих. Сотрудники госавтоинспекции наравне с медиками находятся на передовых позициях борьбы с этой чумой, наверное, 21 века. И ежедневно, проводя эти массовые проверки, рискуют своей жизнью, так же, как и те остальные люди, которые лечат болезнь. Немногие водители с пониманием относятся к возникшим затруднениям. Пробки на въездах в город иной раз растягиваются на пару километров, что, разумеется, вызывает недовольство людей. Вот только как раз-таки человеческий фактор, а именно то, что Челябинск возглавил антирейтинг по уровню самоизоляции и привел к появлению тех самых тоннелей, а следовательно и заторов. Это действенный способ как-то, во-первых, выявить нарушителей самоизоляции, а во-вторых, как-то помочь людям остаться дома, потому что действительно подумаешь, стоит куда-то лишний раз ехать, если есть вероятность того, что тебя по дороге остановят и потеряешь время. Уважаемые земляки, челябинцы, а также жители Челябинской области, в это непростое время я призываю вас оставаться дома и без необходимости не покидать свои дома. Уважайте труд полицейских, которые выполняют свою работу. Вежливо, спокойно показывайте документы. Относитесь с пониманием. Занимайтесь дома, отжимайтесь, приседайте. Если мы все вместе преодолеем этот сложный момент, то мы быстрее пойдем в спортзал. Я вас жду. Инна Левошина, Урал 1.